реализуем одну из самых интересных моих идей. То есть изначально это было так. Надо снять клип. Клип на кавер песни одного из моих любимых исполнителей. И так как песни поется про море, у нас моря поблизости нигде нет, поэтому мы решили немножко пески ударить. Подумать, да, и придумали такую альтернативу. У нас будет песчаное море. Вот. Но даже для песчаного моря нужна лодка. Звучит пока не очень логично. Да, я знаю. Лодки, к сожалению, старые, грязные, дырявые, на Авито не отказалась. Никто не хочет продавать такое. Поэтому мы поехали на ТВТ вчера и нашли в зарослях, в камышах лодку. Мы сейчас едем по Серовскому тракту. И сложно объяснить, зачем мы едем, потому что мы хотим найти лодку. Лодку, которую будем снимать в клипе. И нам нужна хотя бы половина лодки. Попробуем вдоль берега походить, побродить, поискать лодку. Раз в полгода на нас находят, и мы начинаем заниматься... Не произнести это или? Я не знаю. Мы начинаем, мягко говоря, заниматься неведомой херней. И, собственно, да. Слава богу, есть такие же больные, которые нам в этом помогают. Если честно, я очень хочу просто успеть, потому что этот клип мы... уже несколько лет хочу снять, и сейчас, слава богу, нашлись просто люди, которые хотят это сделать, они готовы это сделать, песня почти готова, и, в принципе, погода пока играет на руку, поэтому я очень-очень надеюсь, искренне верю, что мы найдем ее, и все-таки, как бы, желаем осуществиться. Тайну третьей планеты знаешь? Да. А зеленого помнишь? Да. Добром это не кончится. Вот, как вы видите, друзья, сейчас мы ее попытаемся разгрести. Не успеть до прилива. Лодка оказалась немножко мокренькой. Внутри. Вот, поэтому чачу вот Женя убирает сейчас. Немножечко мокренько. Как вы видите, лопаты мы озаботились заранее. Поэтому проблем с уборкой говнища из лодки не возникает. Это здорово. Вот, и эльф помогает. Я тоже думала, что я помогу, но вот что-то как-то не это. Вот это вот волшебное чудодейственное орудие. Из экспедиции. Экспедиции. Реклама. Сейчас будет мне помогать. Экспедиция вообще же не работает. Давай, Халк пилить. Халк пилить! Может, все-таки дойдем до местных и попросим в аренду. Хотя вроде пошло. Ну а что это, побег из Шоушенка, тоже ведь? Вот такие у нас дела. Такие мальчики хорошие, такие молодцы. Давай. Она дальше сломаться, сука, должна. Она не в курсе, да? Ура! Давайте, давайте, она хрустит, хрустит, как чипсы. Ой, она так красиво сломалась. А нам была нужна только половина лодки. Вот. И поэтому мы... Потому что действительно в песчаном море с целой лодкой делать. Это как-то глупо, да? Да, действительно. А вы реально половину нашли или вы откусили? Мы откусили половину. Вот, в этой лодке росла какая-то очень красивая местная растительность. Вот. Теперь она не там. Вот, кстати, знаете, да, вот это ураевское выражение, что половина есть у жопы, у таблетки, а я изначально целая. Так вот, изначально целая лодка теперь имеет половину. Вот, это лодка. Лодка, которая долго жила. Долго-долго жила вот. Вот. И, кстати, мне кажется, здесь саундтреком может быть вот это... Кто там, Би-2 или кто там? Половинка.
себя. Да, запах, конечно, морской, как освежитель для туалета. Настолько все, ну как-то, не знаю, прям мы все успели, волны одиноко прибиваются к берегу. И эта лодка больше никогда не увидит свою вторую половинку, которая изначально была целая. Тут мои зрители точно вряд ли про Фаину Раневскую слышали. Я ехала под лодкой, то есть как бы изначально, на самом деле, у меня есть фотографии, и эта лодка выглядит как гроб, вот если как бы смотреть снаружи в закрытую машину. Вот, ну чуть не знаю. Мы взяли эту лодку, запихнули, и я залезла под нее. Вот. На самом деле, это, наверное, можно считать финальным, ну, завершающим таким небольшим этапом в поиске нашего реквизита. Вот. Слушай, а мне, честно говоря, начало... Все, мне теперь страшно. Я еду в ней, точнее, под ней. Я еду под лодкой в машине. Что? Что там? Она очень удивилась, когда увидела содержимое машины. Ну, да, на самом деле, это на гроб похоже со стороны. Вот, а я тут такой киндер-сюрприз. На самом деле. У него должно быть хвостохранилище. И вот в этом месте мы... планируем снять. На самом деле очень страшно, потому что тут что-то еще при этом работает. Ты лучше скажи, как у вас коллектив называется. Коллектив называется Ice Cream Band. Окей. Что вы играете? Мы играем пока что. В смысле, ты реально находишь им деньги на съемку клипов? Она на себе деньги найти не может. Вот. Вообще, дайте денег, пожалуйста. Подожди, я тут оператор. Кому деньги-то? Мне деньги нужны. Кикстартер, ссылка в описании. Мы теряем фоткать людей, которые виды. Задержались, чтобы сфоткать красивые виды. Давай еще что-нибудь расскажи. Песня у нас почти до конца записана. Ну, то есть есть рыба. Рыба для лодки, да, как символичка. Рыба, по которой мы будем снимать сейчас видео. Под пиво. Делать из вот этой местности максимально похожее на пустыню, чтобы не было никаких деревьев, чтобы не было никаких лишних людей. Да, там тоже съемки. Да? Ну вот. Эта машина очень много видела уже, на самом деле. Идиотизм. Главное, когда съедешь, не останавливайся. Да, не останавливайся. А да, кстати. Ты что не снимаешь там? Команды, Вась. Сейчас ждем взлета Димы. Все готовы? Они это еле тащат. А вообще очень странно, почему ты несешь мачту отдельно. Чтобы, понимаешь, чтобы не было видно леса, вам надо идти в одном месте, всегда вдоль той скалы. И все. И больше никуда не ходить. Психодел какой. Давай. Ань, тебя не хватает в кадре, капец. А что сама не взяла?
Забейте, ребят, я уже про себя снимаю, все нормально. Гол. Это будет супер пасхалка, да, в конце кажется, что вы на дюне или что-нибудь такое. Давай приделывай. Хорошо у тебя как раз. Давай, вот прям так рукой трамвой, так хорошо. Дальше. Сюда, правее. Аня, давай, по прямой. Так, стоп. Чуть-чуть сюда. Сюда сдвинься. Чуть-чуть сюда. И вот сейчас отсюда идешь вот сюда. Поехали. Ой, красиво должно быть. Кого-то ниже попадает. Ань, беги следом за ними. Там бабы какие. Стоп. Да. Все, снимаем? Да, поехали. Потому что мокрый. Мне кажется, один должен поднимать нос, и другой толкать. Нет. Что ты делаешь? Самое странное. Вот что происходит, если доверяешь женщинам. Руль твоего транспортного средства. Нам нужно замутить какой-нибудь косплей наш всех. А чё они одна лучше тащит, чем вы, мужики, непорядок? Вот что бывает, когда доверяешь женщине. Давай. Я предложу. Чё? Кадр, где мы падаем в песок. Нет! Всё, тащим. Там люди, правда, стоят. Это радиация. Вась. Давай еще раз пойдем, Миша. Сейчас. Актерский талант проснулся.